Приехали на монтаж. Будем монтировать сегодня емкость под, ой, подставку под кубовую емкость. Приступаем к сборке. Каркас собрали, закрепили усилители. Сейчас все это прокручиваем, закрепляем к бетону, прокручиваем. И будем делать дверь, и останется установить лесенку. Все, подставка готова у нас. Установили кубовик. Лестница зафиксирована. Каркас сделан с профильной трубы 40 на 40. Покраска полимерно-порошковым способом. Цвет шоколад. Стоит все на бетоне. Закреплено с помощью анкеров. Вот такая отличная подставка у нас получилась. У меня на этом все. Задавайте вопросы. Всем пока.